Здравствуйте, здравствуйте, прямое включение. Короче, у нас тут закатили уже на ПТС обнову, прямо сейчас, вот я уже зашел, ворвался один из первых. В общем, тут до хрена всяких скинов, крутых, не крутых, на них, я не знаю, я их вам позже, скорее всего, покажу. Сейчас тут самое главное, знаете что? Вот, сейчас увидите. Это, ну, золотые пушки, это соответственно. Но самое интересное и самое доступное для всех будет вот это. Вот это вот. Вот это вот, видите, да? Ну, то есть, понимаете, что сейчас будет. Сейчас будет быстрый обзор на полигон. Ну, постараюсь, по крайней мере, максимально быстро это сделать. И сразу же проявить свои эмоции там, показать вот все такое. Братцы, сейчас лучшая акция от Mail.ru за последние, наверное, полгода. Точно такой же склад сейчас может абсолютно каждый получить при регистрации нового аккаунта. В общем, переходишь по первой ссылке в описании, жмешь кнопку «Испытать удачу», и тебе выпадает всегда золотой контейнер, в котором ты получаешь целый комплект магма-пушек и шлемов на все классы. Ну и прям тут же жмешь «Создать новую почту» и регистрируешься. Ну а потом на сайте игры можешь еще телефон привязать, чтобы получить випку на 7 дней. Как долго это продлится, я без понятия, поэтому не упусти свой шанс. Короче, о, тут даже засады можно тренить, нихера, ну-ка давайте посмотрим. И что будет засады тут? Просто мансующие мишени, много? Или что? А, это вот это засада, тренировка, что ли? А в чем прикол? Не понимаю. Ладно. Так, слушай, чувак. А я могу ли сейчас включить? Я за... Допустим, давай на инженера. Что сейчас будет? Воу-воу-воу-воу-воу. В смысле? Я такой косой? Это, кстати, самое нужное, что вообще могли они добавить. Нет, с пулеметом или с Томпсоном я бы здесь наколотил. Уф, мама, не горюй, сколько. 17 целей, ладно. Хрен с ним. Так, давай на медика перестроим все. Я так понимаю, тут под каждый класс разные эти, да? Да. О, это охеренно. Слушай, ну разработчики постарались здесь на славу, прям, я прям доволен, не могу. Я даже здесь, скорее всего, сам буду часто зависать теперь вместо мясорубы, потому что мясорубки в последнее время играются что-то не очень хорошо для меня. Не, это охеренная штука. Я всем советую вот эту хрень попробовать, потому что это что-то, вот просто. Ого, когда попадаешь в точку, запятая не требуется, а тут что? Так, тут ничего, да? Ну давай на штурмовика посмотрим, что это сейчас будет. Не, ну это охеренно. Так, снайпера что у нас тут будет сейчас? Тут, наверное, надо двушку напилить. Давай, поехали. Бурьба! Не, ну слушайте, мне нравится. Мне это прям очень нравится. Так, давайте посмотрим, что у нас дальше. Тут у нас что, я так понимаю, двери открываются, да? О. Ну, слушайте. Это, я так понимаю, зона паркура, да? Хорошо. Ну, тут, наверное, надо обучение включить. Теперь, зато, когда каточки долго ищутся, есть чем заняться. Так. А туда надо прям вот так пропрыгнуть. Понял. Я уже залажал. Уже, прям сходу. Не так. Да в смысле? Почему? О, есть пробитие. О, охренеть. Охренеть. Хуть. Хуть. И чё? Нужно было эту хрень подвинуть, да? Я так понимаю. Да, а почему об этом нигде не пишется? Вот почему? То есть я, опять же, должен там идти и научиться на своих ошибках. Ну хорошо, теперь вы, ребят, знаете, что нужно сделать для того, чтобы пройти этот паркур. Хуть. Так, здесь он залезть должен, да. Половики вещей. Серьезно? Охренеть.
хорошо. Ну вот, я сейчас запнулся от текстуру какую-то, я не знаю. Ну, типа, со старым сетевым кодом это, наверное, нереально пройти. Так, хорошо. А тут как надо? Так, ну хорошо, я вроде бы стою нормально. Хорошо, я вроде бы... То есть тут нужно это быстро пропрыгивать еще к тому же. Это, извините меня, уже трешак какой-то. Это был сюрприз. Так. Ну за что? Короче, лайфхак. Каждый раз, когда запрыгиваешь на балку, нужно подвинуться резко влево. Тихонечко. Оно соскальзывает! Тут что там за круглая текстура? Круглая текстура палки, блядь, это вообще пиздец. Вот здесь какая-то невидимая текстура, ты врезаешься в нее и скатываешься в бок. И здесь невозможно подпрыгнуть. А, понимаю. Я ебал. Так, у нас тут что? Пара-па-па-пам. Я так понимаю, здесь на скорость? О! А мне это нравится. Привет. Оу. Куда бежать дальше? Здравствуйте. Куда? А, понял. Тут открылось что-то новое, я так понимаю. Сюда запрыгивать? Серьезно? Ой, здорово. Ух, я представляю, что бы было здесь со старым ССС. Я просто представляю это, ребят. Как бы у всех горела жопа. А, то есть не обязательно туда запрыгивать вот так, но. Спасибо. Звучит довольно приятно. Так, тут у нас что? Нет, тут у нас комната ада. А тут у нас... А, тут у нас начальная комната. Хорошо, а тут что? А тут, я так понимаю, будет в дальнейшем, что ли? Не, ну было бы классно, если бы они еще сюда потом в дальнейшем... О. О, тут сет стоит. Что у меня тут написано? Разберешь? Понял. Так, ладно, я пошел в комнату ада тогда. Вот, вот он, вылезло, этот этап пройден. То есть вы можете не запускать обучение, а просто вот так вот сделать. Вот, я, видите, мои ноги провалились, вот сейчас нормально стали. То есть сейчас я не знаю, сейчас у меня сработает. Нет, не сработал прыжок, потому что у меня там ноги в текстурах застряли. Курс завершен. То есть вот тут пропрыгивать... Вот, вот он, видите, вот он баг этот. Ой, класс. Полигон за сколько секунд? И в итоге я могу садиться на подсадку сам опять один. Зачем это сделано, непонятно. Хорошо. Все. Огромное вам всем спасибо за просмотр. Надеюсь, видео было интересное. Немножко хотя бы познавательное. Всем пока.